Здравствуйте! У нас сегодня в видеообзоре компрессор для аэрографии Miol 81-125. Начнем с характеристик, которые указывает производитель на данный компрессор. Производительность 23 литра в минуту, ресивер объемом 3 литра, мощность 150 Вт, выдает компрессор 4 атмосферы. Длина шнура питания 1,8 метра. Так, по компрессору опирается он на такие вот резиновые ножки. Здесь вы видите сброс конденсата на ресивере внизу, пробка откручивается. Также есть аварийный сброс давления сбоку. В комплекте идет редуктор с манометром, с фильтром, возможность регулировки давления вот присутствует. Также в комплекте идет шланг для подключения к аэрографу, длина 1,8 метра. Вес компрессора 5,2 килограмма и выдает он 4 атмосферы. Ну, 4 атмосферы я не знаю, где можно применить в аэрографии. Обычно от 0,08-1,2 это для эмалевых красок, а для акрила это еще чуть меньше даже нужно. В комплекте идет инструкция к нему и также гарантийный талон. Гарантия на этот компрессор 6 месяцев. Для переноски есть вот такая удобная ручка. Вес его, как я говорил, 5,2 кг. Сейчас я вам включу в работе, чтобы вы увидели, как он работает, уровень шума, то есть компрессор. То есть шумит он, довольно тихо работает. И вот сейчас вот начнет набирать давление. Я закрою пальцем отверстие. И он начинает набирать давление в ресивер. Здесь вы можете отрегулировать уже на выходе, какое давление вам нужно. Это оптимальный выбор для тех, кто собирается заниматься аэрографией всерьез. То есть присутствует ресивер, и в отличие от модели Miol 81-120, это его выгодно отличает. Так, упаковочная коробка, в которой поставляется компрессор. Вот такая картоновая упаковка идет. Если видите, высшая проба указывается. То есть хорошего качества инструмент. Наш интернет-магазин рекомендует его к покупке. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. До свидания.